Состоялось долгожданное открытие спортивной площадки, расположенной между школой номер 7 и домом Октябрьский, 20. Подробности вам расскажет мой коллега Анатолий Карпов. Все, что на сегодняшний день здесь установлено, это результат трехлетней работы благодаря активности активных жителей и территориально-общественного самоуправления «Маяк». Был написан проект «Максик Стрит». На площадке установили качели, лавочку, беседку, песочницу, места для катания на самокатах и роликах, обустроили пешеходные дорожки для прогулок, площадки для игры в волейбол и футбол. С самого начала была большая задумка, которая требовала очень много вложений, денег. А последующие 3 года подряд мы, да, выигрывали проекты. И вот в течение 3 лет мы, ну, то, что получилось, решили что-то сделать такое хорошее для взрослых и детей. Реализованный бюджет за 3 года составляет 2 750 тысяч рублей. Работы выполняла уже зарекомендовавшая себя компания «Интерьер». Андрей рассказывает, что планировали установить даже фонтан и велосипедные дорожки, но не хватило денег. Новые проекты уже написаны и направлены на конкурс. Там уже будет рассматриваться в крае, в комиссии, которая вот это все оценивает и выдает гранты. Поэтому проекты написаны, будем надеяться, что выдадут деньги нам, и мы продолжим так же. 37 назад, Андрей Михайлович, может быть, не даст соврать, это просто пустырь, заросший травой. И пример активности и инициативности наших граждан как раз сейчас перед вашими глазами. На самом деле проще всего сидеть на диване и, не знаю, писать там какие-нибудь гневные комментарии. Это легко. Но вот прийти и сделать что-то своими руками, добиться, это сродни, наверное, героическому поступку. Спасибо, кто помогал, организовал. Много детей будет участвовать здесь и приходить, и играть, и заниматься спортом. Также я надеюсь, что в зимний период тоже будут участвовать дети и кататься на горке залитой. Поэтому должно быть все весело, красиво и хорошо. Поздравляю, спасибо за работу. Ни одно мероприятие в городе не обходится без вас. Спасибо большое. Поздравляю. Спасибо. На открытии собралось довольно много амурчан. Между спортсменами города провели дружественные матчи по футболу и волейболу. Проведены мастер-классы по катанию на самокатах и роликах. Также выступала кавер-группа «Карабас» и развлекательная программа «Хабаровчан». Это световое шоу, и в какой-то момент неожиданно посреди мероприятия появились ходулисты, что стало для многих большим сюрпризом, которые вызвали огромный восторг у детей. Для того, чтобы в городе появлялось еще больше облагороженных территорий, нужно принимать активное участие в написании и реализации подобных проектов. Чтобы узнать подробную информацию и получить консультацию, можно обратиться в организационно-методический отдел администрации города и по телефону 2-22-68. Анатолий Карпов, телеканал «Амурск».